Говоря о Польше, мы знаем, что они собираются построить стену на границе для того, чтобы блокировать движение мигрантов. Как вы считаете, насколько эффективно это решение? Вы знаете, видимо, у кого-то в Польше среди инициаторов этой стены закончились деньги. Поэтому они за счет этого проекта хотят пополнить свои кошельки. Если говорить о стене, она не будет стоить ни 400, ни 500 миллионов долларов, как они планируют. Она будет стоить около миллиарда долларов. Они на отдельных участках нашей границы с Польшей построили такую стену. И как признают спецслужбы Польши, больше всего беженцев проникло на тех участках, где построена эта стена. Всего около 25 тысяч человек. Поэтому есть ли смысл в таком случае строить подобную стену? Знаете, был пример. Американцы попытались на границе с Мексикой построить стену. Один президент строил, второй сейчас разрушает. Думаю, что может получиться так и в Польше. Мы не напрягаемся по этому поводу. Это их проблема. Пусть строят. Нам хуже не будет. Но в Польше очень нестабильная обстановка. И не факт, что это правительство удержится. Я уверен, что придут более умные, хозяйственные люди и найдут, куда потратить этот миллиард долларов. Ну и потом, вы же знаете, в Германии в свое время стену разрушили между ГДР и Западной Германией. И это была победа европейской демократии. Все кричали: нет разделительным полосам и стенам на границах. Теперь что, они хотят Евросоюз огородить стеной в 5,5 метров? Как-то с идеологией и демократией не вяжется. Глупая, бестолковая затея.